«Чужих детей не бывает», с этим высказыванием полностью согласна семья Кузьменко. Светлана и Павел воспитывают 3 кровных и 9 приемных детей. Каждый ребенок имеет музыкальный талант. Родители уверены, неважно, родной ребенок или нет, благодаря любви и заботе, их дети обязательно вырастут хорошими людьми. Мы воспитываем детей на определенных твердых устоях, устоях, которые проверены временем. Мы воспитываем на христианских принципах. В нашей семье провозглашаются 10 заповедей. И они не только это изучают теоретически, они видят нашу жизнь, потому что самый лучший пример – это собственный пример. Рассказать о талантах своих детей смогли и другие 13 семей, которые были приглашены на торжественный прием в городскую администрацию. Встреча не случайно посвящена на Международному дню семьи. Это действительно люди, которые своим трудом, своим примером показывают, что не должно быть у нас социальное сиротство. Вот буквально за 2 года уже 600 таких детишек обрели семьи. Это здорово. Здорово, что у них есть возможность взрослых людей называть мама и папа. У каждой из этих семей своя история. Все они одинаково счастливы, по-разному интересны. У кого-то ребенок музыкант, у кого-то круглый отличник. Люся Ермакова – спортсменка. Порядка 6 лет девочка занимается спортивной акробатикой. И несмотря на свой юный возраст, занимает призовые места на соревнованиях. Мне нравится, потому что там всегда нужно какие-нибудь делать сложные элементы и все. Носки надо натягивать. Все интересно там. Трудно, когда один ребенок в семье. А когда детей много, у нас идет взаимовыручка. А на аллее, что ведет к городскому парку, в честь этого теплого и семейного праздника появились баннеры с изображением 8 многодетных семей. В рамках социального проекта «Крепкая семья – сильная страна». Но помимо этих семейных счастливых фотографий, здесь можно увидеть фотографии тех детей, которые, к сожалению, пока что одиноки. И каждый из этих детей хочет найти свою семью. Валентина Грядунова и Антон Промыслов для программы «Оперативный эфир».